После Донбасса в Центральную Африку украинские военные в составе миротворческой миссии ООН ведут борьбу с боевиками в Демократической Республике Конго. Наши бойцы несут службу на востоке этой африканской страны. С ними пообщался и Геннадий Вивденко. Украина уже 8-й год принимает участие в миротворческой операции в Республике Конго. Главная база наших военных находится в городе Гома на востоке страны. Основное вооружение – это боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8. Время от времени здесь происходят бои между правительственными войсками и контингентом ООН с одной стороны и вооруженными сепаратистскими группировками. Буквально вчера стреляли в этом районе в зоне ответственности украинских миротворцев. Приходится стыкаться с боевиками и с проблемами на разных территориях. В целом в стране обстановка неспокойна. 90% в том мы выполняем транспортные задания. Але Ми-24 выполняет задания по прикрытию при переброске особого склада там, при необходимости авиационного существования вооружения. Обострение боевых действий украинские военные связывают с приближением президентских выборов в стране. За последние месяцы нашим вертолетчикам пришлось 8 раз открывать огонь по боевикам, пытавшимся атаковать базы ООН. Нещодавно, якщо ми знаємо, був напад на місцеве населення, мирне населення групи. Однієї з груп загинуло 18 чоловік. Вчора теж відбувався бій в даному місці, в місті Бені. Піхотні війська відбили цей даний напад. Всі пілоти, які в нас тут є, вони всі приймали участь в операції на сході України. Відповідно, якщо поступає команда від командування місії ООН, українські гвинтокрили чи Ми-24, чи Ми-8 відразу виконують поставлені їм завдання. Ісходя з того, що тут дуже плоха дорожня розв'язка і к деяким населеним пунктам невозможно добратися наземним транспортом, наше перебування тут є пріоритетним для виконання всіх задач місії ООН. В городе Гома, самом крупном на востоке Конго, украинским миротворцам вместе с коллегами из еще 2 десятков стран удается держать ситуацию под контролем. Местные жители уважают наших бойцов, некоторые даже выучили украинский язык. Украинский добрый. Плечо миссион помогает. И когда украинский тут, украинский будет там, и все, дело закончится, и будет порядок. В целом на востоке Конго в миссии ООН участвуют 250 украинских военных. Это уже 8-я ротация. Почти все наши имеют опыт боевых действий на востоке Украины. Геннадий Вивденко, Владимир Фитё, Сергей Дубинин. Подробности телеканал Интер из Демократической Республики Конго.